안녕하세요. 나는 사. 렉. Капец. Я видео снимаю, что ты ждешь? Уроки когда делать будешь? Никогда. Они сделаны вообще-то. Не сделаны? Да. Че ты видео снимаешь? Не покажи. А тебя это волновать не должно все. Сижу здесь. Мне даже на кухню нельзя сходить. Ты сейчас на кухне? Вообще-то да. А что ты хочешь? Чай заварить. Вообще-то и чайник вскипел. Ну давай, мы относи его сразу к себе. А что, мне потом нельзя никуда будет ходить? Ладно. Не удалось видео. Не удалось? Буду дальше снимать. Кипяток. Кипяток? Что со мной? Почему я светлая? Возьми лучше сразу себе чай, ты же забудешь потом. Не забуду я помню про чай. Что можно поделать? Ничего нельзя поделать. Ладно. Делаю обзор на кружку три кота. Это кружка с тремя котами. Кружка, королевка, компот. Три кота. Кружка сзади выглядит вот так. Вот так. Внутри, походу, было какао. Это, как вы поняли, я. Это Има. Это Риш, но, правда, его тогда не было, ну да ладно. Больше тут рисунков нет. А сейчас будет ужасный обзор на еще что-то. За, не помню, какой класс. По-моему, второй. 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 Так. Совсем первый рисунок. Это все летим. Это осколок. Тут щекина нарисована. Да, должна быть я, но это не я. Потому что, во-первых, у меня глаза посередине целый. Во-вторых, у меня глаза не на всю бошку.
В-третьих, у меня другая прическа. В-четвертых, другая длина волос. В-пятых, у меня другой наряд. В-шестых, у меня нет ботинков, только носки. Еще в каких-то там... У меня не тот цвет волос, поэтому это не я. Еще в каких-то... У меня не такие румяна, не такие ресницы, не такой цвет глаз, не такие брови. Не такое в целом тело. И не, я не держу сердце в руках, пролистываю. Ничего нет, понятно, пролистываю. Оба-на! Вот это у меня, конечно, тут зарисовочки. А у вас тоже голова моя на ниточке держится? И вот он мой чай заварил. Выкидываем пакетик. Кстати, однажды Лима меня пригласила в гости, и мы там забабахали нам чай. Потом, короче, Лима мне заваривала чай. В общем, она открывает пакетик. Хотя это не солнце, а лампа, а люстра. Короче, Лима, она... Открыла пакетик с чаем, а этот пакетик упал в кружку. И ниточка еще это оторвалась. Она смотрит. Ну, короче, смеялись, правда, мы это, к сожалению, не записали. Ничего страшного. Ничего страшного в этом нет. Все. Еще потом Има, походу, как-то не домешала сахар. Знаете, что произошло? Да, я допивала так вот до конца чай. Чувствую, что что-то слишком сладкое. Спрашиваю, Има, сколько ты ложек сахара добавила? Она сказала, две. Туль. Нот, се, нот, она, туль. Вот так вот она крепится. Вот так вот. Я теперь красиво выгляжу. Я помню, как у меня
чехол был какой-то, ну, непрозрачный. И я делала видео, что это... То, что это мой второй телефон. Хлопай мне. Чай очень вкусный, несмотря на то, что он зеленый. Да, я пью чай с зеленым сахаром. Вопросы? Что с ними так? Это вкусно. Я не буду снимать видео целый час, поэтому потом досниму. Всем пока! Пиздец! Не забывайте! Я вам сейчас просто даю спойлер такой небольшой. Итак, на осенних каникулах у нас выйдет второй клип, который будет называться «Ипатие». Ипатие. Да, я вам спалила припев, но мне все равно. И еще вот в зимних каникулах у нас будет клип в честь Нового года. Он будет выложен прямо в Новый год. Он будет называться «Фламинго». Я забыла, какой там припев. Ничего, потом заново придумаю.